Барвихинский отдел полиции – одно из лучших территориальных подразделений межмуниципального управления МВД России «Одинцовская». Визит членов общественного совета начинается разговором с руководством подразделения. Зона ответственности у полицейских с Рублевки весьма сложная. В какой-то степени даже привык уже к тому, так сказать, и порядку осмотра, и отношению личного состава к проверкам. Вот это тоже имеет большое значение, потому что для них, я вижу, по моему впечатлению, для них это не проверка, вот, а для них это обычная, рутинная, в самом хорошем смысле слова этих, служба, которую они честно, добропорядочно выполняют каждый день. На самом деле работа подразделения мало напоминает жизнь героев известного телесериала «Полицейский с Рублевки». Никакого гламура и пафоса нет и в помине. Хотя, конечно, в служебной деятельности начальника отдела подполковника Игоря Хохлова бывало всякое. Члены общественного совета инспектируют дежурную часть отдела, проверяют журналы учета и регистрации происшествий и преступлений. На момент проверки в камерах временного содержания пусто. Служебный транспорт находится в отличном состоянии, исправен, заправлен и в любой момент готов к выезду. Действительно, подразделение работает как хорошо отлаженный часовой механизм. Прекрасный проверяющий, строгий. Плановая проверка с членом общественного совета Ворошилова Александром Степановичем у нас проходит не первый раз. Соответственно, ну, мое подразделение в таком же боеспособном режиме, в котором находится ежедневно. Соответственно, Александр Степанович проводил проверку дежурной части, проводил проверку личного состава, который находится на месте. Ну, спрашивал обо всех тех моментах бытовых и, соответственно, служебных, с которыми сотрудники встречаются в повседневной работе. Еще один момент, на который в ходе проверок непременно обращают внимание члены общественного совета – работа с посетителями. От того, насколько своевременно и быстро принимают полицейские пришедших на прием граждан, во многом зависит эффективность работы всего отдела и управления в целом. И здесь у общественников вопросов также не возникло. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».